российское кино. Да, мне кажется, у него только жизнь начинается, потому что за последние 5 лет, на мой взгляд, было сделано достаточное количество очень достойных лет. И судя по тому, как мы движемся, ну, хочется верить, что мы уже начнем приближаться к Голливуду. Не могу пока сказать, что мы приблизились, это мое личное мнение. Но мы начинаем его приближаться. Мне кажется, ничего нового придумать невозможно. Поэтому, безусловно, мы используем опыт наших уже опытных голливудских и продюсеров, и режиссеров, и школа сейчас в основном, надо признать, очень похожа на американцев. Поэтому я бы не стала говорить, что мы развиваемся в каком-то своем русле, мы просто как хороший ученик учимся у профессионального, замечательного учителя. Те, которые уже на протяжении нескольких десятилетий в Голливуде создают высококлассное кино. И я не считаю это чем-то зазорным, мне кажется, всегда здорово учиться профессионалам. Перегнать нас не получится совершенно точно. Пусть в меня сейчас кидают камни все наши замечательные и кинопроизводители, да, но я просто, я реалистка. Я не верю, что мы сможем обогнать американскую индустрию, просто потому что она очень далеко бежала вперед. И, ну, по многим показателям. Но то, что нам удастся, возможно, догнать, это еще не исключено.